Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania. И сегодня у нас с вами второй рецепт, чем можно обмазать курочку. Сегодня, к сожалению, у меня не целая курица, а всего лишь две куриные ножки большие. Вот. Ну, тут еще баклажанчики, на них обращайте внимание. Вот. Сегодня мы с вами будем рассматривать вот такой вот соус кисло-сладкий Heinz. Он очень вкусный, это мой самый любимый соус, и с ним можно есть все что угодно. Он, поскольку кисло-сладкий, то с ним можно есть мясо и, соответственно, сладкое, блины, оладушки. Вот, и сейчас мы его с вами посмотрим, рассмотрим. Он продается в Пятерочке, также, я думаю, в любых других магазинах. Жалко, конечно, я вам не смогу дать его попробовать, но он вкусный. Вот так он выглядит. Такой цвет оранжевый. Ну да, где-то оранжевый, где-то темно-оранжевый. Где-то вот всякие козявочки присутствуют, видимо, вот там перчики. Но он действительно на вкус кисло-сладкий, немножечко островатый, очень вкусный. С мясом он просто бесподобный. Сейчас вам состав покажу. Вот состав сфокусировался. Так, курочку мы будем им обмазывать. Буду обмазывать его пальчиком. Ну, я все-таки, наверное, брошу свою любимую специю для мяса. Она просто бесподобна, она обалденная. А купить ее можно на рынке, ее делают на рынке. Именно вот к тем людям, где у них на вес или по ложечкам продаются специи. Подходите и говорите, мне специю для мяса не острую. Они вам ее сделают. Так, ну вот смотрите, получилась у нас с вами вот такая вот курочка. Вот так вот она поджарилась у нас. И сейчас мы ее переложим на тарелочку. Так, ну вот наша курочка, я ее переложила. Положу здесь вот, ну, в принципе, вот, посмотрите, как он выглядит. Этот соус, я думаю, вы запомните, он единственный кисло-сладкий. Обязательно купите, вам понравится. Так, и давайте же с вами попробуем, наверное, сначала кожурку. Тут она немножко... Ой, сок побежал. Тут. Какая она вкусная. Знаете, по вкусу вот этот соус и ощущение, как будто я колбасу ем. Очень-очень прям вкусно. Такой прям соус. Прям вот соусом именно вот эта вот кожица. Соусом обалденно просто вкусно. Ну, в принципе, мясо под соусом, как мясо. Немножко, да, есть какой-то кисло-сладкий вкус такой. Присутствует, но очень вкусно. Рекомендую, обязательно попробуйте. Обязательно посмотрите наш первый рецепт, где мы готовили с майонезом «Красная цена». Обязательно и тот тоже посмотрите. Но он будет, наверное, ссылка в описании. Вот. И также смотрите мои другие кулинарные рецепты, наши влоги, как мы с сыночком живем. Также обзоры на продукты, на технику. И всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. И всем пока-пока.